Сегодня в Международный день музыки мы открываем наш 31-й концертный сезон. На сцене любимец витебской публики симфонический оркестр Витебской областной филармонии под управлением Владимира Белявского. В этом сезоне, как никогда, будет много оркестров. Разумеется, всегда декабрь особо ожидаем меломанами, так как в наших стенах проходит Международный музыкальный фестиваль имени Ивана Ивановича Целертинского. И на этом фестивале также выступят оркестровые коллективы. Концертная программа будет насыщена не только выступлением оркестровых коллективов, но и хоровых. Пятого декабря вместе с Государственным камерным оркестром Республики Беларусь выступит студенческий хор Белорусской государственной академии музыки. Будет представлено оригинальное произведение аргентинского композитора «Месса танго». На исполнении этого сочинения будет присутствовать автор и даже исполнять партию фортепиано. Тридцать первый концертный сезон Витебской областной филармонии обещает быть довольно интересным. Мы приглашаем всех насладиться музыкой различных направлений. Добро пожаловать в филармонию! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.